Ми нашли котиков малюсеньких. Мої ж Яніші, а це кінотека Мирони. Єс. А ти маєш малюсеньких. Йоланда, осторожно, осторожно. Ой, мяу. Мяу. Смотрите, які вони класні. Сіга, сіга, Йоланда, сіга, сіга. Ей, осторожно, Йоланда. Пора побати енергію. Ела. А сладкий какой. Маленький. Покажеш відео? Єс. О, Йоланда. Сладкий, какие сладкие. Это последняя ночь, когда Анжела не работает. Вот ночью, завтра начинает. И Йоланду мы взяли в коляске, потому что она ходит настолько медленно, и у нас не хватает терпения. И да, я первый раз выгуливаю этот пиджачок. Вот, так что магазины открыты все, но я еще магазины не снимала. Не могу еще никак до них дойти. В общем, скоро будут. Опять вышли мы сюда на набережную, здесь стоянка такси, кстати, ее скоро переносят. И людей уже, кстати, стало побольше, даже днем много туристов. Пойдем сейчас посидим где-нибудь, может быть, попьем вина по стаканчику и отдохнем. На улице очень-очень тепло, ветра абсолютно нет. Нравится мне такая погода. Мамочка сидит, как всегда, с соком. И наслаждаемся. Мы взяли вино просто белое и пьем вино. Ха-ха. Только что заметила, что мы с Анжелом в почти одинаковых ботинках. Ты лезь? И Йоланда сходит с ума у нас. Она разулась, сняла носки, положила их на стол и сходит с ума. Обезьянка. Ура-ура! Что ура-ура? А? Ура! Ура! For last year, I wanted to take something for Yolanda. Ризи, рамен. Йоланда. Ты че накакала? Мартышка. Йоланда. Remember was one bar. Да, 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 лагеря. Когда-нибудь видели голодного ребенка? Сидим на улице, вынесла сюда питу. Пита — это, кстати, греческая такая, греческий фастфуд, но туда мы просим, чтобы нам не накладывали всяких нехороших таких вещей, масла и такого всего, чтобы не жареное было, а просто вот у Йоланды овощи, салатик какой-то и курица гриль. Сувлаки. И она вот вынесла на улицу, сидит, ест.
Бедная, голодная. Йоланда, вкусно? Да.